не є просто вірні. Вибачте, тут поза кадром ми спілкувалися трохи з нашим гостем, про якого я вже сьогодні розповідав. Зустрічаємо в нашій студії Юрія Великого, актор та автор студії «Квартал 95». Доброго утра. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Привіт, радий тебе бачити. Ну, в принципі, чого там приховувати. Бачилися ми і напередодні з тобою, і до цього багато разів. Я не знаю, про що з тобою спілкуватися. Ну, я тоді буду питати. Як Одеса цим літом? Як проходить карантин? Отлично. Одеса прекрасна, по-моєму. Я не знаю, здесь був вообще карантин или нет, потому что я... Офіційно так. Офіційно був, да, потому что я в июні місяці приїхав за все время карантина, впервые приїхав в Одесу, я когда посмотрел, что в городе, в принципе, и не пахнет карантином, я зашел в супермаркет, там было ровно два человека в маске, это я и... И я. Кассир. Да, показываю на Сашу. И кассир. Ты добавляешь? На одной единственной кассе был кассир. Он тоже был в маске. У него, правда, маска была вот здесь. Вот. А у меня, ну, собственно, я... Она тримала друга підборіддя просто. Підборіддя? Ну, возможно. Кому есть что скрывать, конечно, надо тройную маску носить. Да, но, в принципе, я очень рад, что у меня за это лето удалось, наверное, два или три раза побывать в Одессе. Я очень люблю этот город. И, рад, что завершаю летній сезон я в Одесі своїм сольним концертом. Ну, добре, ми дійсно, а ми раді в свою чергу, що саме в Одесі відбудеться твій перший сольник. Я вже казав, що сьогодні на морському вокзалі, там, де розташована концертний майданчик «Морський вокзал», відбудеться перший в кар'єрі Юрія Великого як артиста, перший сольний концерт. О 20:30 початок концерту. Давай про нього і поговоримо. Так? Тож, перший концерт. Раніше працював в дуеті, до цього це були великі якісь командні роботи. Як ти до цього прийшов зараз? Складно було? Ну, як прийшов? Так сложились обстоятельства. Ну, да, дует прекратив своє существування, но сцена і виступлення – це все, звісно, во мне живе. Поэтому рано или поздно я прийшов к тому, що нужно виходити на сцену, не бояться, в першу очередь. Поэтому я подобрал такую программу, собственно, там будет очень много пародий в концерте. Я подобрал программу, где буду я, где будут мои герои, образы. И очень надеюсь, что... Ну, мне очень нравится лично. Я надеюсь, что зрителю тоже понравится. Пародии. Трохи перейду в інший бік. Пародии. Я знаю, что срібну кнопку на YouTube твій канал отримав. Це... Да, вот сейчас вот должна... Только должна прийти, да. Меня... А вона ще не приїхала. Канал, который... В YouTube так. Каналы, которые набирают 100 тысяч подписчиков, им ну, владелец канала может подавать заявку. Вот, и серебряная кнопка как бы должна ему приехать. Ну, я заявку подал. Вот, пока она до меня еще доезжает, так, да, но уже YouTube написал, что скоро кнопка будет, подумайте пока, какое видео вы снимете про распаковку. Або может так, незабаром кнопка будет, але ж вы подумайте, может еще добьете там, сколько, 600 тысяч? Может, до миллиона сразу мы вам золотую, зачем мы серебряную будем? Пересылка, это новая почта и таке інше. Слухай, ну, цікаво, ну, пародии, весь концерт, це будуть тільки пародії? Почему? Нет. Будут номеры проверены? Конечно, часом. Будут. Будут, во-первых, какие-то номера, которые я очень люблю, которые когда-либо... ну, я не показывал их на сцене, но, возможно, где-то на съемках шоу или в квартале где-либо эти номера показывались. Во-вторых, также будут номера, которые не показывались ни разу в квартале. Угу, ну, то есть, будет эксклюзив. Да, эксклюзивные, по сути дела, премьерные номера. Мало того, будут такие номера, которые вот только-только мы вообще свежачок написали на съемке вечернего квартала, которые вот только прошли 21-го. Августа и уже в начале сентября выйдут в эфир. И номер, который я сегодня буду показывать, он в эфире будет только в начале сентября, а прем'єра буде вже сьогодні в Одесі. Це ще один привід просто відвідати концерт, сольний концерт Юри сьогодні. Який образ є найулюбленішим?
Многі, нельзя так говорити. Ну, многі образи. Ну, можна, ну, то правда. То і все одно, що Парубій? Ж лежить більше до душі? Парубій, образ Парубій я дуже люблю. Последній, мабуть, із останніх таких пародії, которые мне очень нравятся. Это образ Ильи Кивы, который... Он, я просто внешне немножко на него похож. Мне, правда, нужно чуть подкачаться. Я специально ради этого пошел в спортзал. Трошки больше есть. Да, немножко побольше есть. Там, знаете, в Верховной Раде они привыкли немножко пить, побольше мабуть, есть. Да. А я... не, курить, наверное, не стоит. Да, и мне очень нравится фраза, когда он... У него две фразы есть. Он, когда... У него какая-то дискуссия с кем-то очень, бывают такие запекли дискуссии. Он говорит, я прошу прощения. Он вот так говорит. Либо он говорит, скажите, пожалуйста. У него две фразы. Он просит прощения и говорит, пожалуйста. Вот. Мне очень нравится этот образ. И прикольно то, что он появился буквально недавно. Это достаточно новый образ. Алексей Гончаренко тоже. Я долго подбирал. Долго подбирал вот его тембр голоса, его манеру... Розговарювати, звісно, я поки записував. Ну, задля того не треба, мабуть, ходити до спортивної зали і там, треба перестати їсти. Там не потрібно, да. Там достатньо просто вміти кричати, правильно? Так, наприклад. Да. Наприклад. Як кричати? Ну. Ну, давайте посмотрим на Лешу Гончаренко и поймем, как правильно кричать. Від душі треба розриватися кожен раз. Ну, насправді, ну, наскільки я зрозумів, тож будуть деякі образи, які, ну, не розкручені в твоєму виконанні, і сьогодні саме на концерті їх можна буде побачити. Чи, в принципі, ті люди, які слідкують за каналом, вони все вже бачили? Ні, звісно. Где-то какие-то будуть шутки, которые наиболее были удачные на канале, где-то они будут произнесены и, возможно, даже в каких-то видеопародиях. Но в основном, конечно, я готовил концерт так, чтобы это было процентов 80, это было нового материала. Я специально сидел позавчера перед приездом в Одессу, я до трех ночи я записывал очень много видео, которое будет на экране на концерте. Тобто це буде не просто виступ актора на сцені, це буде ще й відео. Конечно, это будет очень интересная форма, когда я буду общаться со своими об'єктами своїх пародій, буду общаться со сцени, общаться с экраном, они будут со мной общаться, когда я буду находиться на сцене. Короче, я что-то такое придумал, еще сам пока до конца не понимаю, но мне очень нравится. Складно було готуватися? Ну, концерт все ж таки не 15 хвилин виступу. Тяжело, конечно. Концерт где-то, я так рассчитываю, будет час 40, наверное, час 45, для того, чтобы и зритель не уставал. И, во-вторых, ну, как тяжело было, наверное, всегда есть нехватка времени, потому что очень напряженный съемочный график. Мы весь июль писали «Вечерний квартал», а половину августа мы репетировали «Вечерний квартал». Собственно, съемки «Вечернего квартала» были очень такими тяжелыми. Мы снимали очень много программ. И снимали это с 10 утра, по-моему, или с 11 утра. Мы снимали до 6 утра следующего дня. Это очень тяжело, но, тем не менее, мы в таком же режиме, когда ты выступаешь без зрителей, мы привыкли, уже третий концерт отсняли. Да, поэтому, естественно, в перерывах ну, очень тяжело было находить время для своего сольного концерта. Но я просто говорил, ребят, простите, я пойду, потому что у меня концерт в Одессе, я не имею права облажаться. Это мой родной город, придут близкие люди, придут люди, которым нравится мое творчество. Я не имею права облажаться, поэтому... Разрешите, я пойду готовиться к концерту. И таким образом потихонечку выкраивал для этого время. Но, что с этого вышло, побачимо сегодня? Что, да, увидим сегодня, а там уже будем решать. Добре, ну таке питання. Ну, це пародія, це щось нове, так, в твоєму виконанні сольному. Якийсь номер, який був написаний нещодавно, після вже розпаду дуету братів Шумахерів, це теж розраховане на тебе одного. Чи будуть якісь, можливо, номери старі, які вже там зарекомендували себе раніше? Є, звісно, хотілося б показати. Є кілька номерів, які були написані ще в дуеті братів Шумахерів, які мені дуже подобаються, безумно подобаються. И я, конечно, с большим удовольствием показал бы их. Единственное, мне не с кем показывать. Если второй человек нужен для этого,
Ну, я можу тобі... Саша, я тебе не віддам. А ти... Ході. Ти ведучий нашого проєкту. Ти хорошо тексти запам'ятаєш, Саша, сьогодні? Ну, здається, так. Просто 8 або 8.30, я вже сам запутався. Ну, о 20.30, наскільки я бачу. На афіші, її можна буде бачити. Окей, ну, два номера я можу. У мене є два хороших номера. Два? Дуже смішних, так. Наприклад. Ні, давай так. Якщо ти вивчиш тексти, тоді я розкажу о них. Добре, я вивчу. Да, так, Юрій, але домовлюся з вами я одразу. Я приглашаю вашого соведущого сьогодні ко мені на концерт. Я зараз відчуваю ревнощі, ви розумієте, Юрій, що да. Ви робите? Ну, побачу, я приглашаю його не в зал, я приглашаю його на сцену. Тоді ми зможемо показати. Ну, задоволенням. Я вилишу пишатися. Так, і побачите, як ми з Юрієм дійсно зможемо показати деякі номери, текст вивчимо на репетиції. Час є, а у вас, є, глядачі, конечно. Любі глядачі, є час ще придбати квиточки, якщо це не встигли зробити. Нагадаю, сьогодні сольний концерт Юрія Великого, який називається «Від великого до смішного», наскільки я пам'ятаю. Правильна, так і називається. Правильна назва. Взагалі-то, мені здається, тобі, як для людини творчої і людини зі сцени, просто неймовірно пощастило з прізвищем, яке тобі просто не потрібно вигадувати. І з цим можна буде дійсно грати. Гратися і якось імпровізувати. Скажіть, будь ласка, переважати буде політичний гумор? Наверное, будет 50 на 50, потому что без политического юмора в нашей стране никуда. Вот. Но всегда имеет место быть и другой юмор, более, знаете, об отношениях, о семье, о работе, о бытии. Там тоже очень множество тем для того, чтобы пошутить. Поэтому я решил так сделать концерт построить так, чтобы было, ну, скажем так, учесть интересы. Всем комфортно. Учесть интересы всей аудитории. Да. Ну, що ж, на жаль, час не гумовий, як кажуть прес'їв'я. Не гуморовий, так. Не гумор. Час не гуморовий, а гумуровий час буде ввечері сьогодні з нашим дуетом на сцені. Як я бачиш, я так швидко так вже перейду. От, уже і пересів. Я, кстати, ще на шучу. Один диванчик сядьте, візьміть і все. Да. Зараз разом підете все до студії. Буде. Запрошуй, будь ласка, наших глядачів, гостей та одеситів на концерт. Друзья, приходите обязательно сегодня в 20.30 на Морвокзал, летний театр. Приходите на мой концерт. Будет очень весело, будет смешно, будет с юмором, будет по-великому. Ну, по-великому, это я имею в виду, через тире пишется. По-великому, и я уверен, все уйдут в хорошем настроении. А по-другому никак. Это Одесса, это мой концерт. Приходить. Так, дякуємо тобі величезне. Дійсно, до зустрічі. Дякую, що завітав, не дивлячись на те, що досить щільний графік підготовки до концерту. Побачимось. Дякую, що пригласили.